В смысле? Это дикий! Твою медь! Вот это да! Вот это встреча! Привет, друзья! Вы на канале Survivor, и мы продолжаем играть в Seven Days to Die с модом Undead Legacy. Сейчас у меня первая задача — это сделать, наверное, еды немного, и пойдем выполнять задание. Так, я, наверное, дурак, я пожарил все доступное мясо, хотя у меня... Или нет? Или не... Да, пожарил. Хотя у меня куча яиц, но я пожарил мясо, все доступное, к сожалению. Что ж делать? Что ж делать? Что ж делать? Ну, тогда пошли на голодный желудок, будем надеяться, что там... Что там нам мы встретим немножко еды и там же и поедим. Поехали. Кстати, мне написали в комментариях, что я немножко глупый человек, и я не распределил очки прокачки. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. 6 очков прокачки. Да, это я виноват. Значит так, будем действовать, как и в ванильной версии. Первое, что я вкачаю, это, наверное, сексуальный тиранозавр. Для этого мне придется вкачать вот этот уровень. И дальше вот этот. Следующее, что у нас надо, это, наверное, кардио. Потому качаем вот так вот и качаем вот так вот. Далее. Далее, наверное, стоит вкачать железный потроха. Наверное, стоило бы, потому что еды не очень много. В первую очередь, фактор исцеления. Итого, у нас очков больше нету. Ну что же. Тут немножко посложнее, потому что первый уровень атрибута мы не получаем по умолчанию. Такие вот дела. Это немножко сложнее. Ну что, надеюсь, что со стамином у меня теперь все будет в полном порядке. И нужно смотреть, где там бегает мяско. Так, задание у нас там, по-моему, на зачистку или принести, я уже не помню. Камушки собираем, не знаю зачем. У меня 26 патронов на пистолет, можно будет попробовать... Заюзать пистолет. Так, вот тут тенечек под деревом. По-моему, слишком ярко. Ладно, посмотрим, как оно будет. Посмотрим. По-моему, то ли в моде что-то с освещением, то ли в целом в Seven Days to Die что-то с освещением не то. Так, вот эту вот локацию мы лутали, да? Да, слушай, я, наверное, ее отмечу, потому что здесь очень много всяких полезных предметов. И, наверное, сделаем так, я сохраню ее... И помечу, как долутать. Давай-ка. Долутать. Вот так вот. Отмечу я, потом долутаю. Так, мусор. Мусор, понятно. Так, это мы лутали? Нет. Не лутали, но я получаю там всего лишь бумажки. Обидно. Так, следующая локация у нас по заданию вот эта. Буквально рядом с прошлой локацией, что очень удобно. Так, банкомат закрыт. У меня есть отмычки, но пока что я взломать вряд ли что-то смогу, потому пока что без отмычек. Так, я задание активировал? Нет. О, велик. Поднять его нельзя. Почему нельзя поднять и перенести раму, хотя я могу поднимать и переносить холодильники, и вот это мне непонятно. Блин, там зомби ходят. Давайте с ними вначале разберемся, наверное. В смысле? Это дикий! Твою медь! Вот это да! Вот это встреча! Это плохо. Это очень плохо. Да блин! Вот и пригодился пистолет. Я думаю, что он так быстро бегает, а он дикий оказывается. Пипец какой-то. Вот это повезло. Ну, в смысле повезло. Повезло как утопленнику, да? Так, что у меня есть подлечиться? У меня есть... Давай вот этим. Так, кто там? Сбежались уже на звуки. Сбежали зомби. Ну что, давайте тогда. По одной. Подходи. Я уже отдохнул. Давай, давай. Как она голову склонила, прикольно. На бок. Это во вторую сторону склонила. Так, хорошо. Хорошо, это был дикий. Но я с ним справился. Если бы это был инсейн, я бы с ним хрен справился.
Так, вот это вот я пока что забрать не смогу. У меня даже на базе нету канистры, чтобы это забрать. Ну что, погнали тогда запускать локацию. Я бы еще вот это вот все собрал бы. Перед тем, как запускать локацию, фонарик мне, кстати, уже не нужен. У меня есть налобный фонарь. Одну ячейку мы освободили. А вот эти вот кустики, они прям must have. Раньше можно было в этом моде, насколько я знаю, делать веточки из бревен на верстаке. Теперь мододел это убрал. И теперь тут проблема с этим. Есть мне нечего. Кстати, есть мне что поесть. Чуть-чуть совершенно, но есть. Пойдет. Да, если бы я не прокачал стамину, возможно, у меня были бы проблемы. Но я ее удачно прокачал. Так, собираем эти ветки, потому что это мне пригодится. Веток прям вообще, вот муторно их собирать, просто жесть. Зачем я это обыскиваю? Ладно. Ладно. Поехали, запускаем локацию. Вроде бы зону мы очистили. Кстати, гнездышко обновилось. Это тоже обновилось. Сейчас пройдем, наверное, по кругу вначале. Посмотрим, что появилось в луте вокруг, а потом уже пойдем внутрь. Торопиться не будем. Торопиться не надо, шевелиться надо, да? Так, что с FPS? Что за провисание? Вот почему велик нельзя забрать? Ну, нелогично. Мод славится своей логикой, и... как бы прикольно было бы забрать, наверное, велик, отнести на базу, и там его уже собирать. Как думаете? Я думаю, что это было бы прям круто. Так, ладно. Вижу уже кандидата на получение люлей. Первый пошел. Так, перделки опять же убираем. Перделки тут не надо. Есть еще кандидаты? А ну-ка, отдай мою стрелу. Закроем дверцу. Надеюсь, тут диких нету, потому что от дикого убегать по кругу... Да, тут никого нету. Хорошо, тогда лутаем это место. Так, вот это уже было, конечно, круто. Раковина. Че в раковине ключ? Хрен там, а не ключ. И воды тут нету. Засада, засада. Ладно, дверь закроем, наверное, потому что... Ну, потому что... Кстати, че без света, видно? Блин, все равно темно. На записи, по-моему, все равно темно. Потому буду включать фонарь. С фонарем гораздо лучше. Хотя, посмотрим. Посмотрим. Так, что у нас здесь? Здесь вот тут вот холодильник не обутанный. Немного водички, уже хорошо. И, наверное, разберем на пластик. Это заберем. Вроде бы ничего не пропустил. Давай опять в стелс. И погнали дальше. Тут тоже могут быть зомби. Не знаю, дикие, не дикие, но зомби могут быть. Я так думаю, что они упадут сверху, да? Там еще велосипед. Ну где же вы? Я вот не вижу. Да, вижу. Первый пошел. Где второй? Давай шумерю. Ё-моё! Твою медь, надо было назад посмотреть. Чё ты там на колени стал? Вставай! Давай. Ты сильный, ты справишься. С дверью. Не хватило ему. Так, и там опять гости пришли. Гости мне не нужны. Совершенно. Где гости? Давай разбираться с гостями. Здрасте. Вот чего вы такие крепкие? В голову ж попадаю вам. Так, стамина закончилась. Закончилась стамина, и кто там еще ходит? А, ходит, не бегает. Хорошо. Это пойдет.
Так, ты сдох. Окей. Дамочка. Как ты попала по мне? Это нечестно было. Так, у меня проблемы с водой. Я не попил, и стамина у меня восстанавливается немножко медленнее, чем я планировал. Следовательно, какого черта ты здесь делаешь? Где моя водичка? Давай, пьем чаек. Чаек, кстати, пить, наверное, не стоит, потому что это... Это для бутербродов. И надо бы еще поизучать эту штуку. Сейф, то есть не сейф, а банкомат, я, скорее всего, вскрыть не смогу. Последние изменения в моде делают так, что без навыка ты сейф вскрыть не можешь. Так, что в машинке? Кстати, она ремонтабельная. О, кролик, кролик! Кролик. Сбежал, да? Сбежал собака ушастая. Велосипед ремонтирует. Ёперный балет! Кто? Как же вы меня достали, а? А ну-ка, давай, ешь. Чё, потерял меня, что ли? А, блин. Подходи, где ты там? Ну давай. Так, что прокачалось? Навык владения копьем прокачался. Хорошо. Но кролик сбежал. Вот велик, почему я не могу его поднять? Я хочу его поднять и забрать с собой. Надо бы его отметить, что тут есть велосипед, и, возможно, мы скоро сможем сделать что-то вроде ремкомплекта, отремонтировать его и покататься хотя бы на велосипеде. Так, это сразу же едим, потому что с едой небольшие проблемы. И мясо я упустил. Жаль, жаль, жаль. Так, а если я это подберу, сколько я получу, например, пластика? Где оно? Так, надеть, бросить. Только разбирать. Оказывается, только разбирать. Ну что же, будем разбирать. Время у нас 19:40. Я думаю, что надо бы торопиться. Так, давай-ка велосипед отметим на карте. Так, транспорт, велосипед. Вот он, один. Я думаю, что тут даже писать ничего не нужно, тут уже пометка есть именно велосипед. И это очень круто. Спасибо разработчику, это прям, конфетка. Прям конфетка. Так. Блин, а если поднять этот блок? Я не знаю, поднимать... Дай-ка я попробую... А, нет, его нельзя поднять. Чего вы мне говорили, что его можно поднять? Эти, кстати, блоки поднять нельзя, хотя они на поддонах. А вот цемент поднимать можно, это я знаю. Но лучше, наверное, его собирать, а не таскать с собой, потому что в поднятом состоянии, вроде в виде блока, это весит гораздо больше. Потому лучше это не таскать с собой. Так, это тоже забираем. Давай, давай. Вот так вот. Что у нас здесь? Разрушенный верстак, да? Еще одна лопата. Лопата, это такое. Что у нас здесь? В коробочке пусто. И здесь у нас... Тоже пусто. А вот камушки я, наверное, заберу. Камушки. А, это кирпичи даже. Кирпичи мне понадобятся. Я же только что поел. Какого черта? Я только что покушал. У меня вообще еда еще осталась, кроме яиц. Яйца... Дизентерия 10%. Блин. Хреново. Это что такое? Костный порошок? О, а для чего? А, в смысле? Серьезно? Я могу, наверное, делать костный порошок из костей еще к тому же. Вероятно, да. Так, чтобы ко мне не пришли, давай-ка закроем. Этот фонарик я заберу. Пригодится у меня на базе. Что там, кстати, вроде бы по яркости видно все. Не знаю, будет ли видно вам, но мне видно по яркости все. Так. Ну да, поедешь, я ничего не могу. Так, убираем шумелки переделки. Нет. С ним придется повозиться сейчас. Так, один есть. Хорошо.
Блин, подожди-ка. Давай-ка по одному. Девчонки. Мне с двоими с вами, конечно, прикольно было бы, но давайте так. Давайте будем честны. Уже поздно. Оу. Круто. Еда, еда. Юбка. Я снял юбку. Прости, конечно, но... Теперь тебе юбка уже не нужна. Так. Так, что у нас тут? Во-первых, лечилки. О, круто. Что здесь? Давай-ка забираем ножиком. Так будет намного надежнее. Вода есть? Воды нету. Здесь воды целых 4 штуки. У меня 23 банки. Водичка копится постепенно. Вроде бы казалось, что сложнее добыть воды, но в итоге оказывается, что нет. Так, еще вода. Подожди, а вода только там, да? Ну, в принципе, в бункере зачем две раковины? Зашел сюда, набрал воды, пошел готовить. Окей, хорошо. Это логично. Дробовичок. У меня, правда, нет патронов. Но это все равно дробовичок. Это уже круто. Это прям бомба. Это находка. Так, время там сколько? Время там 20-24. Я думаю, что я успею все сделать. Это я заберу на продажу. Продам торговцу. А, так, это... Наверное, тоже продам торговцу. Это я могу поднять? Это я поднять не могу. А говорили там, вот, можно все поднять. Так, еще еда. Замечательски. Замечательски. Так, и последний ящик лутаем здесь. О, это что такое? Это что такое? Это, блин, охрененная штука, наверное. Выглядит охрененно. Так, давай-ка сравниваем. О, да. А ну-ка, подожди-ка. Урон по блокам, скорость атаки, расход выносливости. У нее даже меньше расход выносливости. Ребята, это просто бимба. И выглядит как бомбически. Просто капец. Вы знаете, я все больше и больше обожаю этот мод. Вот насколько тут все так логично подобрано. Я пока что, правда, еще не встречал здесь плазменное оружие, которое будет там позже. И, возможно, тогда я поменяю свое мнение. Но сейчас мне очень все нравится. Просто пипецки нравится. Я просто в восторге. Жаль, конечно, что нельзя переносить велики. Я писал разработчику, он говорит, нет, нельзя. Ты не можешь этого сделать. Кстати, ящик забираем. Этот ящик забираем. Этот ящик, эту коробку, наверное, оставлю. Сумку тоже заберу. Почему нет? Выглядит она красиво, хорошо. Это я могу забрать? О-о-о. Слушайте, будем обустраивать базу по всем правилам. А унитаз могу забрать? Жаль, что унитаз забрать не могу. Это могу забрать? Нет. Скрутить не могу, жаль. А, окей, лампу тоже заберем. Поснимаем все абсолютно. Кровать тоже заберем. И здесь вроде бы как бы все. Погнали отсюда. Сейчас еще в магазине глянем, что-то можно собрать, разобрать. Это я забрать не могу, вот это вот могу забрать. И могу забрать еще вот это вот. Это я заберу, потому что это пригодится. Кстати, коробки надо бы собирать, наверное. Вот эти вот коробки, это просто офигенный источник места на базе. Такие вот полные коробки. Такие я даже забирать не буду, потому что они выглядят очень странно. Верстак тоже разбирать не буду. Лампу заберем, то ли на продажу, то ли установим. Там посмотрим. Бочку. Да и бочку заберем. Чего уж тут. Она шумная, ее можно разобрать. Да, ее можно разобрать. Значит так, часть разберем, часть оставим. Так. Жадничать не будем, уходим. Тулим на базу. С перевесом так-то с зомби сражаться не очень хорошо. Потому я, наверное, буду держать на готове пистолет. Нет! Вот. Немножко мяска мне надо, чтобы сделать себе бекон с яйцами. Из зайца. Угу. Из зайца делаем бекон с яйцами. Как вам такое нравится? Мне нравится. Мне подходит. Возможно, когда у вас есть свободное время, вы... Нагружайте себе в этом моде и бегайте по базе. Сможете прокачать
максимально переносимый вес, и я думаю, что это будет только в плюс вам. Так, и с перевесом я, конечно же, не запрыгну наверх, а если вот так вот... Так, отсюда. Оп. А, я вот так мог сделать. А я так не делал. Ну, ладно. Так, ящик один смогу поставить наверх, прям высоко-высоко. Вот сюда вот. Это, конечно, выглядит странно, то, что поддон стоит не снизу, но, блин, ладно, хрен с ним. Так, еще один ящик. Вот тут будет смотреться хорошо. И еще один ящик куда-то тоже вот тут вот будет смотреться. Я думаю, что тут будет смотреться он замечательно. Вот так вот. Так, дальше. Кофеечек. Кофейную машину. Поставим, наверное, где-то здесь. Кофейная машина. А вот что можно сюда заливать, я не знаю. Тут это же просто контейнер. Да, это просто контейнер, это пойдет на продажу. А ящик на продажу у нас, по-моему, вот здесь вот, да. Значит, это на продажу. Вот это, вот это. Это сколько стоит? 2. Это на разбор. Это у нас стоит 15. Кстати, после установки она будет светить? Нет. А, подожди. Подожди-ка. А, ну да. Лучше тогда продать. Мне деньги нужны. Я... Да, против денег ничего не имею. Так, а этот светильник будет светить, если его установить? Нет. Ну, это логично. Это логично. В отличие от той лампы, это логично. Значит так, это тоже на продажу. Давай-ка это сюда. Так, это на продажу. Сумка тоже. Блин, ну вот сумка, конечно, выглядит прикольно, но как-то странно. Вот это вот нужно повесить где-нибудь на стеночку. Вот, смотрите. Вот там у нас будут лекарства. Слушайте, по-моему, для лекарств самое оно, и да и вместительность, по-моему, повыше гораздо будет. Сделаем вот так. О, смотри-ка. Все, наступает ночь. А почему я не могу выключить эту лампу? Ну, блин. Чтобы не палиться, взял, выключил, нет? Ну, какого черта? Так, разработчик, доделай, пожалуйста. Что это такое? Кстати, вот эту штуку я не добил. Надо бы ее добить. Вот так вот. В прошлой серии я ее просто не добил. Блин, как же мне нравится вот эта вот хрень. Это просто бимба какая-то. Это утренняя звезда Моргенштерн, нет? По-моему, так называется. По-моему, это называется Моргенштерн. Так, и следующее, что я хочу сделать, это, во-первых, нужно раскидать все по ящикам. Пять банок воды. И сделаю себе водички. Так, я ж 5 набрал. Почему? А набирается 27 все. Ну твою ж медь. Ладно. Погнали готовить воду. Значит так. Делаем 5 банок. То есть независимо от того, сколько у тебя в руках, набирается всего... Набирается все, что у тебя в инвентаре. Это странно. Ладно, готовим. И там за пределами базы уже кто-то шарится. Кто-то там шарится. Ну что, попробуем. Пока там готовится вода, она, наверное, быстро приготовится. Скорее всего, подожду, пока она будет готова. Чтобы лишний раз не горело или долго будет. Короче, пойду проверю просто, можно ли взломать сейф. Так, вот тут, кстати, темно. Да, темно на записи, но, слава богу, у меня есть чем подсветить. Так, взлом.
Ваш навык на взлома 0 требуется для взлома 150. Серьезно? Ага. А в зависимости от отмычки требуется разный навык. Закрытые двери тут есть, на которых потренироваться? Кстати, поставил мод на закрытие визуально открытых дверей, и он тоже работает, так что можете ставить и его. Батареи все снимаем. Хорошо. Что-то у нас... О, закрыто. Давай-ка, взлом. Да в смысле? На чем мне качаться так? Подожди, говорили качаться на дверях. Требуется навык взлома 25. Где мне его взять? То есть я вообще не могу взламывать, пока не прокачаю хотя бы единичку, что ли? Да. Вероятно. Так, смотрим. Взлом у нас где? Отмычки, отмычки. Отмычки. Вот они, отмычки. Взлом отмычкой уровень 1, плюс 25 к взлому. Короче, один уровень этого все равно нужно вкачать. Так или иначе, иначе взламывать ты ничего не сможешь. Возможно, это логично. Все, уходим наверх. Вы меня не видели, я вас. Все, пусть ломится. Может быть, его убить, а? Я вот думаю. Так, стрелы. Где там еще кто-то ходит? Давайте попробуем использовать Моргенштерн. А ну-ка. Ох ты ж, ёперный балет. Кто-то... Вот это дубинка, все, прощай копье. По-моему, прощай копье. Кто там у нас ходит? Тихо, тихо, тихо. Охренеть! Слушайте, я просто в восторге. Я влюбился в этот Моргенштерн. Такая дубинка с шипами. То, что нужно для... Ладно. Я не буду этого говорить. Иначе еще кто-то оскорбится. Ох, как он застрял головой! Просто хохма. Так, куда побежал? Ладно, повоюем с зомбаками. Давай, подбегай. Давай на свет, чтобы тебя видели мои драгоценные зрители. Красота. Главное... По голове попадать. Тихо, 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 тихо. Что-то проблема. Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Так, отдыхаем. Ну, подходи. Куда ты пошел? Хорошая дубинка. Стамина живет, правда, как не в себя. На усиленном ударе, но ничего не поделаешь. Ладно, они там пусть ходят, они мне не мешают совершенно. У меня там вообще-то вода кипела. Я там вообще-то готовил воду. И она уже, наверное, приготовилась. Ну да. Зря только горит. Так. Сейчас я, наверное, выпьем. И чай, наверное, снова придется приготовить. Чай я пока готовить не умею, к сожалению. Ничего не поделаешь. Так, хорошо. Приготовим, наверное, еще 10 штук. Я думаю, что 10 будет в самый раз. Все, пусть готовится, а это сольем обратно. Блин, ну Моргенштерн, конечно, порадовал. Моргенштерн, конечно, это... Круто. Ну, в смысле оружия, а не то, что вы подумали. Так, водичка пойдет сюда. Будет сейчас еще. Так, а это уже пойдет на продажу. Лампа пойдет на продажу. Ведро сколько стоит? 8 тоже на продажу. Хотя, подожди. Бегают там, бегают. Вон они, супостаты. Ну, по крайней мере, они меня не замечают. И это хорошо.
Блин, где бы мне взять все-таки кастрюлю? Даже не знаю. Что-то уже второй домик обыскали, и кастрюли нету. Как-то не везет. Че, пойти еще что ли повоевать? Мне так-то понравилось. Ну, там может быть много зомби. Ладно, повоюю с ними утром. Сейчас с ними воевать пока что не буду. Кто там? Блин, начали ломать стену. Ну, только не говорю, что дикие. А очень на то похоже. Зараза. Стой! Готов. Ты был дикий или нет? Да что ты взял, отвернулся от меня? Что ты делаешь там? Бессовестный. Бессовестный зомби. Хватит! Хватит, говорю, ну... Хватит там вот это вот все, вот это вот. Ни стыда, ни совести. Хотя он может быть дикий, для него это нормально. В их диком сообществе диких зомби, я думаю, что это нормально. Так, долго, долго делается водичка. Так, ребят, как я и планировал, давайте, типа, мы сейчас ляжем спать рядом с костром и уже проснемся утром. А вы пока можете поставить лайк. Итак, наступило утро. Воду я уже себе доделал у меня. А где моя вода? Подожди-ка, а что она делает здесь? Давай-ка, ты идешь сюда. Вода у меня есть, воды у меня полно. И за пределами базы опять ходят зомби, с которыми я сейчас пойду и разберусь моим прекрасным Моргенштерном. Ох, какой же он красивый. Он хоть интересное кровотечение наносит. По идее, должен. Учитывая пупырышки на конце этой дубинки. По идее, должен. Почему не тронутый, кстати? Не понял. Ну вот это я сейчас не понял. Блин. Как же мне нравится эта дубинка. А, она наносит кровотечение все-таки. А это круто и логично, друзья. Так, вот этот я пока собирать не буду, пока не прокачаю себе фермерство хотя бы на единичку, чтобы был сбор в два раза больше, чем надо. Потому пока что я это не делаю. Мне нужно... Да, давайте, кстати, немного подремонтируем базу. Это можно было бы сделать днем, то есть ночью, но я почему-то этим не занялся. Так, для того, чтобы подремонтировать базу, мне понадобится что? Мне понадобится молоток. Где он, кстати? Где у меня инструменты? Да, блин, я запутался в своих ящиках. Инструменты. Да где они? Подожди. А, вот. Так, берем в ручки молоток, и теперь мне нужны доски. Доски, и, по-моему... О, да что же вас так тянет в мою сторону? Где вы там? Так, я уже хочу есть. Так, ты давай истекай кровью. А я пойду поговорю с дамочкой. А, это не дамочка, а ты... Ах ты, зараза, взял, добил мой блок, собака. Здрасте. Нравится тебе с пупырышками? Дубинка моя. А ты не умер, что ли? Ё-моё. Как весело. Встречаем мы утро. Так, ну что ж, придется тогда делать. А, вот эти штуки тоже нужно обновить. Ладно, давайте займемся немножко ремонтом базы. Так, первое, что мне нужно, это гвозди. Гвозди у меня немножко есть, доски есть, и также я хотел бы взять немного
стройматериалов. Где они у меня, кстати, валяются, стройматериалы мои? А, вот он. Все готово. Значит так, мне нужно сколько чего? Два блока здесь. Здесь я просто сейчас подремонтирую. Вот. Они тут часто ломают. Может быть, сразу в камень? 5 уходит. Ага. Так, давай-ка вот это вот обновим. Раз они это ломают, то нужно это усилить. И бочку... Кстати, бочку нужно забрать наверх и, возможно, туда сливать тоже что-то полезное. Попробуем поставить бочку здесь. И попробуем в нее слить, например, чистую воду. Пойдет или нет? Нет! Блин, а где хранить чистую воду? Я вот не знаю. Я же не хочу каждый раз вот это вот плавить воду. Я хотел бы накипятить воды и куда-то сохранить. Но, видимо, это не сработает. Ладно. Так, мне нужно два блока. Каркасы, помощники или дерево. Давай сразу делать дерево. Две штуки. Создаем. Так, раз. И два. И пойдем подремонтируем немного нашу базу. То они тут ходят, как у себя дома вообще. И сразу же здесь вот так вот верхний блок заделаем. Здесь тоже надо бы что-то сделать. Но это я, наверное, буду делать потом. По идее, проход заделывать не имеет смысла. Хотя, может быть, и имеет. Это тут можно отремонтировать? А, металл. Слушайте, сейчас я отремонтирую и заберу этот ящик. Мне нужен всего лишь металл. Так, металл, металл, металл. Да где у меня металл? Вот он, металл. Так. И забираем. Вот, это тоже могу теперь забрать. И разобрать на траву. Травы из этого получается просто уйма. 120. Ни хрена себе. Так, окей, хорошо, металл сюда. Это сколько стоит? 6. Ну, тоже пойдет на продажу лишними. Лишняя копейка лишней не будет. Вот это все мы сегодня продадим. Нет, не ломай. Не ломай. Иди сюда. Иди сюда. Да ты зараза! Ломает она, понимаешь? Че, пошли торговать, наверное? Мне нужно надыбать еды. Забираем. И погнали. Ох, перевес. Короче говоря, у меня сейчас самое первое, что должен вкачать, это фермерство и отмычки. Без этого просто никуда. Не стой, как истукан. Давай, что принес, и вали. Здорово. Неплохо. А, вот так вот, да? Коктейли Молотова или... Да, я думаю, что вот эта штука самая лучшая, потому что на ремки тратится неохота. Потом уберем ее. Что там по работе? Ближайшее что-то есть. Очистить от зомби 228 метров. Иди сюда, подкину тебе кое-что. Даунтаун филлер 09. Вот так бы всегда. Какое интересное здание. Так, давай-ка поторгуем с тобой. Вот это продаем, вот это, вот это, вот это. Ну и так далее. А пистолет у него тоже есть, который стоит 655. Это что такое? Продвинутый ремкомплект. Используется для ремонта самых современных предметов, транспортных средств и многого другого. В смысле, я могу отремонтировать велосипед сейчас? 4000. Нет, не могу. Сейчас я это отремонтировать не могу. А вот, блин, 7000. Блин, дорого у тебя все, дружище. Как-то очень дорого. Две. Да что ж такое? Что ж так все дорого-то, а? Что ж это за засранец такой? Так, эта штука 25% урон животным, пока что не имеет значения. И еду я у тебя покупать не буду, потому что у тебя очень дорого. А что у тебя есть такого недорогого, что можно было бы приобрести из... Ну, мед, наверное, но мед у меня пока что есть. И он у тебя тоже дорогой. Такие очки у меня есть. А, подожди, у меня очки хуже, что ли? Секундочку. Хороший товар. У меня очки плюс 5. А, у него хуже получается, да? Или я ошибаюсь? Так, бонус добычи. И тут плюс 5, минус 2. Что значит минус 2? Я вот не совсем понял. Тут плюс 5. Что значит минус 2? Я что-то не совсем понял.
И у меня плюс 5, и там плюс 5. Странно. Ладно. Хрен с ним. Наручи сколько стоят? 1300. Это хорошие наручи, они шестого качества, набивные. И, блин, может быть, стоит потратиться на них. Такие стоят 745, такие 1300. У меня денег всего 1600. Но больше мне, наверное, интересует еда. Даже вот это вот меня интересует. Что по патронам? По патронам у него есть дробовые патроны. Слушайте, я, наверное, возьму дробовые патроны. И сейчас пойду просто разваливать зомби. А ремки у тебя есть? Ох, ты ж нифига себе, у тебя... Слушайте, я, наверное, куплю вот этот автомат, а дробаш просто сдам. У него урон, конечно, получается выше. Нет, состояние у него лучше. Да. Урон от оружия дальнего боя. Плюс 34. А как так? Магазин 3, минус 1. То есть тут магазин 4, что ли? Размер магазина 3, а здесь размер магазина 2. Не то чтобы я выигрываю сильно с этим дробашом. Причем перезаряжается он наверняка гораздо медленнее. И у меня все-таки гораздо лучше. Нет, я это покупать не буду. А вот топор имело бы смысл купить, но денег у меня на него нету. И калаш имело бы смысл купить, но денег у меня на него нету. Так, пила, что это? Она едва может перейти дерево, но все же может быть... полезен. Что дальше у тебя есть такого прям полезного? Разводной мост, ну, это все мне неинтересно. И все-таки здесь книги я у него покупать не буду, потому что 1400 за какие-то там очки покупать. Мне бы вообще вот обычные книги найти бы где-то. Вот это было бы, конечно, круто. А так, пока что это бесполезно. Ты ладно, что, пьян? По поводу еды тут нету. Серьезно, у тебя мясо есть? Так, а ну-ка еще раз. Я немножко просмотрел. Что у тебя есть? Так, это стоит 302. Еда 53. Сколько одна штука стоит? Да, одна штука 302 стоит? Ты охренел, что ли? 381. 302. Слушайте, ну это очень полезная штука. Я сейчас куплю и, по-моему, это 10 восполняет. Это 50. То есть вот это вот гораздо выгоднее. Ладно, куплю одну штуку. Хорошо. Хрен Но с ним. Будет еще, заходи. И сразу же поедим. И следующее, что я сделаю, наверное, это модифицирую нашу дубинку. Вот так вот поставлю. И так она будет ломаться не так сильно. Так, ну в целом можно идти выполнять задание. Так, вы меня заметили, да? Это кафешка. Это кафешка, которую я хотел занять под базу. И, возможно, это мой шанс занять эту базу и переехать туда уже. Вы видели, какой я маг и волшебник? Просто усилием воли подтянул к себе... копье. Так, где? Почему музыка? Неужели Орда? Ой, да Орда, что, проблема, что ли? Сейчас расправимся. Надо бы на копье поставить что-то вроде... лезвие, которое будет навешивать кровотечение, и будет копьюшка. О, черт. Понял. Бум. Шакалака. Вот и закончились зомби. Он меня видит? Вроде бы нет. Следовательно, вначале используем лучно-арбалетное оружие. На тебя, дядь, тоже, наверное. Куда ты прыгаешь? Стоять. Зараза. Вот это да. Дела. Так, подожди. Копье-то сломалось. Копье сломалось. Чиним. Лежать, нет?
Нет. Он не захотел лежать. Но он погиб смертью храбрых. Никаких почестей я ему оказывать не буду. Так, ящик пустой. Кто-то спра... В смысле? Что я могу за... Я столб могу забрать. А что весит? Чего? Четверть килограмма весит целый столб? Сапквейк, ну ты даешь. Ну ты, блин, даешь. Ладно, погнали выполнять задание. Тут один кофеечек есть. Забираем. Это тоже забираем. Да кто там, кого принесло-то? Че же вы не даете мне нормально поработать? Так, подожди, а второй? Второй внутри уже. Тихо, тихо, тихо. Не желаете? Куда? Сюда нельзя. Посторонним. Это закрытая территория. Мы тут торгуем. Нету бутербродов ваших. Все. Отстаньте. Так, и что дальше-то? Кто у нас тут будет? И где главное? Так, там дальше дырка идет. Здесь у нас... Ё-моё, кто? Что? Ты один? Но если ты один, то... Ладно. Так и быть. Это было не здесь. Так, забирать это все буду потом. Сейчас не буду. Сейчас мне главное выполнить задание. А вот и дробаш нашелся. А я бы его купил. И, кстати, он... Он хуже. Гораздо хуже. Да, он серый, а у меня уже качество у этого дробаша белое. Так, это чуть попозже сюда. Мне нужно забраться, наверное, наверх как-то. А, наверх я не заберусь. Там специально поставили эту штуку. Наверх я не заберусь. Нужно идти через вот эту дырку. Давай-ка, дядь, тебя разберем. Уже мучиться не будешь. В смысле не работает? Почему целое нельзя обыскать? Что за нафиг? Зато воды полно. Зато, друзья, полно воды. Что-то мне не нравится это все. Сейчас кто-нибудь как проснется. Очистка области у нас, кстати, задание. Ну вот, пожалуйста. Там... Достало! А теперь моя очередь. Не вставай, женщина. Так, что у нас здесь? Тут куча компьютеров. Слушай. Да я могу просто по деньгам подняться. Нормально так. И даже смогу купить себе какие-то рецепты, чтобы их скрапнуть. Или там книги, чтобы сделать. Но это компьютерный клуб. Это, скорее всего, компьютерный клуб. Компьютерный клуб. Воды я, конечно, набираю здесь нормально так. О, еще лечилка. Прекрасно. Прекрасно. Это все я продам. Это все отнесу к торговцу и продам. Единственное, что проблема в том, что он наверняка не захочет покупать слишком много и скажет, мне вот больше трех предметов не надо. Это меня немножко смущает. Ладно. Идем дальше. О, кстати, закрыто я могу взломать? Да нет, не могу. Жаль. Что у нас здесь? Я, по-моему, подозреваю, что у нас здесь. Вот это вот выглядит очень подозрительно. И не зря. Первый пошел. Второй пошел. Но кто-то еще есть. А, тут у вас трое стояло? Как вы тут поместились? Подожди. Это как вообще? Так.
Вот так вот. Он не успел даже среагировать. Я просто был молниеносен. Хорошо, так, что у нас тут? Это я обыскал. Давай обыскивать шкафчики. Даже пустые банки нашел. О, кастрюля! Здесь кастрюля? В смысле? Серьезно? Откуда? Это же не кухня вообще. Это... Хотя... Некоторое подобие кухни все-таки наблюдается. Что у тебя было в луте? Крутотенечка. Так, давай-ка, выпиваем эту водичку. Напились водички. Стекло мне надо? На всякий случай выкину, потому что... А вдруг съем случайно? Знаете ли, всякое бывает. Так. Кофеечка нету. Че по книгам? Ну почему бумага? Дайте мне книги, которые мне нужны для создания моего... этого, как его... Стола для изучения. Так, тут есть кто-нибудь? Так, тут только мертвый дядька. Обгоревший, и тут сейф есть. Блин. Так, давайте-ка, наверное, знаете что? Я это отмечу, потому что потом мне придется это взломать. Так, а сейф тут есть отметка сейфа? Вот этот похоже на сейф, да? Так, так, так. А нет, вот сейф. Сейф... так, третье здание... Третье здание, второй этаж. Вот. Я думаю, что это будет понятно. Вот так вот. Так, это я лутать потом буду. Пластик. Это не пластик. Это тоже не пластик. А как так? Похоже на пластик. Кофеечек. Забираем. Прекрасно. Воды нету. Так, давай-ка Моргенштерн в руки. Подожди, тут вроде как похоже, что никого нету вообще. Все уже прибежали. Сколько же тут всего можно продать? Так, водичка. Слушай. А могу ли я сюда, например... Давай-ка потестируем. Могу ли я сюда залить чистую воду? Нет. То есть только минералку я сюда залить могу. Понятно. Угу. Ясно, понятно. Так, что у меня тут было? Банки. Жаль, жаль. Это выглядит странно. А сюда я могу залить чистую воду? Ну, пожалуйста. Да. Нет, куда я могу вообще залить чистую воду? Алло! Что за несправедливость? Так, это все будем продавать. Так, подожди, я тут был. Куда дальше? А, сюда. А, сюда и на крышу. Угу. И тут у нас... Уже есть гости, то есть жители местные. Местные жители, которые сейчас полезут еще и сверху, да? Посмотри, как синхронно встали. Ты только посмотри на этих красавчиков. И что вы сделаете? Кровотечением? Бедненькие, с кровотечением бегают. Секуны. Вот же секуны, а. Так, все, готово. Справились. Хорошо. И наверх мы тоже еще заберемся. Так, что у нас тут есть? У меня такой же лук. Или не такой же? Какой лучше? Этот хуже. Блин. Сколько стоит? 119. Деньги лишними не бывают. Так, это забираем и разбираем ящик. Так, это что такое? Оно же не лучше, чем... Типа крикетная бита... Главное, что три патрона. Так, этот ящик я забираю, потому что это очень красивый и вместительный ящик. Так, дальше. А я мог и сюда выйти?
Но я пошел через балкон. Но мы как бы легких путей не ищем, да? Мы же действуем по этому принципу. Так, а где все? Секундочку. Так, ладно, яйки. О, блин, поломалась. Зараза. Слушай, а вроде бы как можно этот самый забирать кондиционеры, да? А ну-ка. Что весит, что стоит? Кондиционер стоит 10. А, это вентилятор. Вытяжки стоят 10. 80. Да, в принципе, можно пособирать их. Почему нет? Ай, вот картинку можно было бы, наверное, забрать. Ладно, хрен с ним. 121. 121, так. Давайте, наверное, я схожу на базу. Да, блин, закрыто. Схожу на базу или, наверное, к торговцу скину все это. И потом вернусь сюда и доразбираю. Подожди, там лут? А как я пропустил лут? Вот это сейчас непонятно. Что это за лутецкий? О, хрена себе, тут лутецкий. Так, давай-ка. Пущай, дорогой. Это на скраб. И где-то у меня еще была консерва. И это тоже кущай, дорогой. Хорошо. Так, а что такое? А, фонарь. Слушайте, я, наверное, поставлю возле своей базы. Вряд ли он будет светиться, но уже будет хоть как-то равномерно. Да, здесь фонарь и здесь тоже. Вот на углу поставлю фонарь и будет нормально. Так, где фонарь? Где он там? Вот он. Он не светится. Ну, блин, ну его подключать надо. Ну ладно, потом подключим. Ага, хрен там. Я прыгать могу. Значит, ставим сюда стол. Все, полезли. Так, теперь сюда скидываем всякое. Сюда тоже. И опилки пойдут сюда. Все, это на продажу, на продажу. Так, это лечение. Все, погнали торговать. А, подожди. Пока не забыл. Тихо. Мне показалось, или где-то был выл волк. Не уверен. Что показалось? Будем надеяться, что показалось. Так. Вот это тоже забираем. Кстати, на продажу. Вот это забираем. Ну и компьютеры тоже, наверное, по максимуму заберу сейчас. Чтобы уже торговать, так торговать. Тоже на продажу, наверное. Надеюсь, дойду.
до торговца, и меня зомби не съедят. Хотя вот эти вот лампы, наверное, стоит разбирать все-таки, а не на продажу, да? Так, стул? Нет, стул не надо. Так, сейчас тогда забегаем на базу, ставим вот этот вот кулер для минеральной воды и будем туда сливать минеральную воду. Вот это, кстати, надо бы забрать отсюда. Такая подсадка удобная для зомби. Это прям не очень хорошо. Так, а сюда воду тоже можно закидывать. И я так думаю, что вместо этой... Хотя, и то занимает один блок, потому не имеет значения совершенно. Ладно, кулер ставим. Ух ты ж, ё-моё. Я тебя понял, ты не помещаешься. Куда тебе поставить? Блин, зараза. Твою медь. А, так. Попробуем сделать так. Вот, теперь сюда кулер вполне себе станет. Слушай, по-моему, хорошо получилось. И сюда сливаю, наверное, минералку. Да, минералка у меня еще есть. Просто интересно. Минералки у меня больше нету. Угу. Все, тогда идем торговать. Это я могу выпить. А, так, стружка. Пойдет куда? Пойдет сюда. И все, погнали торговать. Так, вот и добрались до торговца. Навык переноски повысился. Что притащил? О, гид по лучно-арбалетному оружию. Что он дает? Восстановление стрел. Эта хитрость поможет без ущерба доставать из цели на 20% больше стрел и болтов. Возможно. 10 мм у меня под это еще оружия нету. Давай, наверное, возьмем эту книгу. Так, ну и поторгуем с тобой. Поторгуем. Давай-ка продавать, значит, дробаш. Кресло на 150. Сковородки... Лук, наверное, тоже продам. Вот это, компухтеры. Так, баночки нет, баночки мне нужны. Так, вот это. И 9 компухтеров. Хорошо, это распродали. А, вот еще вентиляторы. Вентиляторы тоже распродали. Хорошо, это сколько стоит? 15, будет 79, но я это лучше разберу. Это я лучше разберу. Так, что у тебя есть? Такое, чтобы я мог купить на 2600. А нихрена у тебя полезного, наверное, нету. Продвинутый ремкомплект 4000 стоит. То есть это можно починить вообще любое транспортное средство, что ли, с помощью этого? Или как? Я вот не знаю. 4000 стоит, а других ремкомплектов у него нету. Даже не знаю. Модификацию можно взять, ну дорого, ребята, это очень дорого все. Из брони можно вот это вот прикупить. Это могло бы мне помочь, наверное. А это стоит довольно дорого. Так, давайте я, наверное, прикуплю патриков на 1500. Пусть будет, остается 1000, и ее я потрачу уже куда-нибудь более полезно. Неплохо. Так, кстати, подожди-ка, а что у тебя по заданиям? Давай поговорим, есть какая-нибудь работа? Очистка от зомби, самое ближайшее принести. Нет, закопанные припасы я точно брать не буду, потому что у меня патронов не хватит на это задание. Или, может быть, а давайте попробуем. Почему нет? Иди сюда, подкину тебе кое-что. Так, ну я давай возьмем. Я все сказал, топай. Это последнее задание, которое мы сегодня выполним. Наверное. Что-то у меня по перевесу. Перевеса нету. Книгу я, наверное, прочитаю. Так, задание вот в ту сторону 300 метров. Поехали. Блоков у меня лишних нету, потому придется с зомбаками конкретно воевать. Залутецкий. Надеюсь, у меня получится его добыть гораздо быстрее, чем прибежит 2 или 3 волны. Будем на это надеяться.
Мое копье. Так, хорошо. Добрались до точки задания. Еще 50 метров и будем там. Но этих дамочек нужно было уничтожить, потому что они бы мне в итоге помешали. Я уверен. Так, вот оно место задания. Давай-ка осмотрим еще территорию вокруг, чтобы не было лишних каких-то зомби, которые могли бы прийти и мне помешать. Вот того дядьку. Вот этих двух дядек лучше убрать. Давай-ка. Наберем меда. Возможно, меда. И уничтожаем дядек. Зараза. Да что ты остановился, засранец? А у него... Короче, стрела выпущена, если ты успел встать после того, как выпущенная стрела долетела до зомби, тебе не засчитывается крит. Зашибись, как-то это странно. Странно и обидно, черт подери. Вот так вот расправились. Что там у тебя, стрелы есть? Да. Все. Эти ребятки мне уже не помешают. Могу заниматься своими делами. Что-то у меня по еде. По еде нормально, по воде нормально. Можно начинать. Поехали. И у меня есть дробаш, так что я смогу от зомбаков отбиться. О, глубоко. Это было глубоко, ладно. Так, когда я смогу заделывать дырки, я, наверное, тут сделаю вот это вот. Закопать. Пометим, чтобы дырок не оставлять. А теперь забираем все и... Да, я могу с вами расправиться. Проблема, что ли? Эту скотину ты как вообще посмел? Так, байкер пока что нафиг. Хотя, да ну вас к черту. А не, подожди, у вас может быть лут. С байкером я связываться как-то не очень хочу. Причем с двумя байкерами. Прям совсем не хотелось бы. А чё ты побежал? Не понимаю. Какой-то он мощный чересчур. О, по-моему, окружают. Окружают, господа байкеры. Так, подожди-ка. Давай копье. Так, дядь, вот ты меня смущаешь прям еще сильнее, чем все остальные. Так, вот этих ребят можно немножко коцнуть. Так, хорошо, расправились. Нет, не до конца. Готово. Дамочка тоже готова. Так, мужики. Чё как? Один есть. Только ноги мне не поломай. Ты, ползун. Ты же не выберешься? Я бы не смог выбраться.
Че, побежал, да? Куда побежал? Все, готово. Плюс 750. Хорошо, это место закопаю чуть попозже. Погнали сдавать задание, на этом эту серию будем заканчивать уже. Так, ребят, вот мы и прибежали к торговцу. Сейчас сдадим задание. Я даже не успел рассмотреть, что я там забирал. Надо будет еще посмотреть, что мы там нашли. При раскопках. Так, у нас кофеечек, немного еды, которую можно сразу съесть. Вот такая вот у нас еда есть, которую, возможно, можно изучить, потому я бы ее, наверное, есть не стал. И в целом, да, в целом просто сдаем задание. Вернулся? Ну, здорово. Вернулся, молодец. Вернулся. Так. Я доволен. Арбалетная стрела пылающая. Так-то у меня лечила хватает. Давайте, наверное, возьмем боеприпасы. Возможно, когда-то у меня будет арбалет. И пылающие стрелы на этом уровне сложности вполне себе возможно. Они и действенные. Будем пробовать. Так, что там по работе? Закопанные припасы я брать не буду. Самое ближайшее это принести. Иди сюда, уровень первый. Тебе кое-что. Ферма 12. Не стой, как истукан. Давай, что принес, и вали. Этим, ребят, мы займемся уже в следующей серии. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь, если было интересно смотреть. Увидимся в следующей серии на канале Survivor. Пока-пока.